Президент Ильхам Алиев по пути в Губинский район принял участие в церемонии закладки фундамента 45-202-километрового участка новой автомобильной дороги Баку – государственная граница России. Председатель открытого акционерного общества «Азер-Автоел» Салих Мямедов проинформировал главу государства об этом проекте, в рамках которого, начиная с 45-го километра автомобильной дороги Баку – государственная граница России, планируется строительство новой автомобильной дороги от поселка Гаджизина-Лаптина-Тагиева до населенного пункта Гиандоп протяженностью 97 километров и оттуда 22-километровой дороги до границы с Россией. Таким образом, длина новой четырехполосной дороги составит 119 километров, ширина 15 метров. Продолжается строительство новой дороги протяженностью 38 километров от 119 километра в направлении границы. Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева 7 декабря прибыли в Губинский район. Глава государства и первая леди посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву. Глава исполнительной власти Губинского района Зиятдин Алиев проинформировал президента Ильхама Алиева о работе по благоустройству и созиданию, проведенной на территории, прилегающей к памятнику. Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии музея флага, созданного в Губе. В музее, где имеются выставочные залы, административные и вспомогательные комнаты, создано 6 отделений. Здесь представлены карты Азербайджана периода ханств, флаги ханств, манекены бойцов среднего века, гербы городов Азербайджана 19 века, древние металлические монеты, бумажные деньги, а также документы периода АДР, принятые в период Азербайджанской ССР и независимости Конституции. Гербы, флаги, почтовые марки, ордена и медали, которые вызывают большой интерес. Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Губинского комплекса «Асан-Хаят» Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям. Этот центр, 12-й по счету, расположен на проспекте Гейдара Алиева. Он состоит из 4-этажного административного здания и 6 объектов общественного питания. Здесь созданы центр службы «Асан», центр «Асан-Талим», центр «Абад» и школа «Абад». Помощник президента по работе с правоохранительными органами и военным вопросам, заведующий отделом Фуад Алиаскеров и председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям Инам Кяримов отметили, что на площади 4500 квадратных метров комплекса действует центр «Асан-Хидмят», в котором 10 государственных органов оказывают гражданам 32 вида услуг, а также 112 видов услуг функциональной поддержки. В центре работает 170 человек, добровольцев 45. Этот центр будет оказывать услуги почти 500 тысяч гражданам, зарегистрированных в Губинском, Гусарском, Хачмасском и Шабранском районах. Глава государства ввел в эксплуатацию центр «Асан-Хидмят». Сегодня центры «Асан» приняли 18 600 000 обращений. С 2013 года 1 250 000 граждан получили мобильные услуги. Президент Ильхам Алиев был проинформирован об оборудовании «Рейди-2». Это оборудование является новой версией устройства, подготовленного для выдачи гражданам в центрах «Асан-Хидмят» готовых документов в автоматизированном порядке. Также было отмечено, что в следующем году в Шиакиме, Ингячевире и Имишли планируется сдача в эксплуатацию региональных комплексов «Асан-Хаят». В ходе презентации консорциума экспорта азербайджанских инноваций было отмечено, что учрежденный 10 известными международными компаниями, консорциум стремится стать надежным глобальным партнером Азербайджана. Во время знакомства с центром президент Ильхам Алиев был проинформирован о новых проектах. Было отмечено, что система «Асан Виза 2» создана для обеспечения электронных заявлений граждан Азербайджана на получение визы в зарубежные страны. Уже начался выпуск индивидуальных идентификационных номеров для новорожденных. В этом году ими было обеспечено 118 500 детей. Также начал работать электронный реестр физических и юридических лиц, занимающихся строительством многоквартирных жилых зданий. Предусматривается создание электронного портала «Асан Finance» для предоставления финансовых услуг. Следует отметить, что концепция «Асан Хаят» наряду с центром «Асан Хидмет» также предусматривает внедрение объектов общественного питания. В центре «Абад» глава государства был проинформирован о том, что основная цель создания новых семейных брендов в северном регионе – организация продаж продуктов семейной фирмы на внутреннем и внешнем рынках и поддержка реализации программы самозанятости. В 19 городах и регионах было отобрано 143 ремесленника и было отобрано 24 семьи в сельском хозяйстве. И для продажи их продукции были созданы торговые точки.